В мэрии города сообщается, что из-за аварии на Вузовском озере многоквартирные дома города может быть ограничена подача холодной воды. Отметим, что там сгорел большой электродвигатель на основной насосной станции. Восстановительные работы проводятся Махачкалинским водоканалом. Согласно прогнозу погоды, ветер продолжит бушевать и завтра. Поэтому администрация города призывает всех горожан не выходить из дома без необходимости и соблюдать меры предосторожности в этот период. Нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Личный автотранспорт также желательно убрать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.